Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Челябинск на Трактор-арену, где через несколько минут начнется очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Активно помогает своим нападающим, бросок по воротам, и уже просто по площадям Демченко бьет, поскольку не видит он практически ничего. Но у Трактора и остаются вот эти возможности для контратак. И момент был у Шейнина, поддержавшего атаку своей команды, но завершить подключение точным броском 16. Их, опять же, нейтральных шайб после отскоков, а мячи выигрывают. А вот еще одна контратака, и с неудобной завершал ее. Переживать разлуку с любимой командой, но хорошие десанты высаживают снарядь Балашиха на домашних матчах. И контратака Трактора все-таки увенчалась успехом 1-0. Хозяева выходят вперед. Ну, собственно, не то чтобы, я же предупреждал, не то чтобы к этому делу шло, мы обращали внимание, что вот эти контратаки у Челябинца Лыгалова, но он во всех матчах выходил на лед. И еще одна контратака, перевод, центр, бросок, не получается, а ведь мог сейчас счет и вырасти в пользу челябинцев, но у Глинкина не получилось продолжить свою результативную. Бросание в зоне атаки выиграно, но вот здесь Широкова отловили челябинцы вдвоем. Правда, Широков все-таки нашел свободного партнера, и Кирилл Петров сравнивает счет в этой встрече. Ну вот, все доборолись, все сделали свое дело до конца. Готовность атаковать, а в итоге атакует Медведев с вершины. Бросок по воротам. Шайба в сторону летит, где снова она достается хоккеистам омской команды. И здесь бросок Медведева по чистому льду. У Широкова есть вопросы к партнеру. Ну куда, куда? Нет на линии. Ой, на льду у Трактора. Здесь как раз поднимает голову Кокуев, мечтая отдать эту передачу на партнера в среднюю зону, вывести того один на один, но его накрывают Демченко. Снова еще нам нужно дожить. Лыгалов в последний момент нейтрализует Вилипок и его выпад, но место-то на площадке полно, и Лыгалов делает дубль, выигрывая этот матч для своей команды. 2-1. Трактор побеждает. А ничей у Омска 5-е поражение в 6 последних матчах. Трактор набирает под руководством Алексея Тертышного 5 очков в 3 встречах. Несмотря на то, что провальным опять оказывается 3-й период, главное не в этом.